18 октября – Международный день женского счастья. Праздник, который в свое время придумала американка, чтобы побороться с депрессией. Прошло время, и он очень быстро распространился по всей планете. В этот день принято своим любимым женщинам, мамам, бабушкам, женам, сестрам, дочерям говорить приятные слова, желать доброго здоровья и радости. Наша съемочная группа решила выяснить, в чем все-таки состоит женское счастье у самих представительниц прекрасного пола и не только, и вот что из этого вышло. Знаете, я все-таки остаюсь при своем мнении, это гармония сама собой, это подразумевает все. Рождение, детей, внуков, отношения в семье и так далее. Да, я всегда чувствую себя счастливой. У меня 3 дочки, 3 внучки, 3 зятя. Я сейчас на пенсии, пишу книжки, мне все хорошо. Поэтому счастье, говорю, в гармонии, когда ты трудишься, и у тебя вокруг любовь. Ну, для меня семья, для кого как. Во внутренней полноценности, в мире с собой. И она тем самым может дарить счастье другим. В первую очередь женщина сама должна быть счастлива, а потом уже можно говорить о каком-то счастье более масштабном. Заботиться о себе, любить себя, проявлять к себе внимание. Самое стандартное – это любить и быть любимой. Наверное, гармония быть с самим собой, своей семьей. Ой, когда у нее и на работе, и дома все хорошо. Когда ей приятно идти из дома на работу, и когда ей приятно из работы возвращаться домой. Я думаю, вот это и есть женское счастье.